Вы на канале 18 соток, и сегодня я хочу рассказать об одном из сортов острого перца из семейства аджи, который называется аджикита. Аджикита – это очень острый сорт перца, происходит он родом из Перу. Сорт очень урожайный, за лето можно собрать сотни-сотни стручков плодов этого перца. У этого сорта сильно выраженный цитрусовый аромат. Это самый популярный, наверное, сорт перца из семейства аджи. Высоту куста, куст может вырастать до метра в высоту. Здесь у меня куст вырос, наверное, сантиметров 60. Перчики созревают от зеленого цвета и биологической зрелости становятся ярко-оранжевыми. По форме они напоминают торпеду. Созревают, как я сказала, от зеленого до оранжевого. И срок созревания от 80 до 90 дней. Вот так выглядит плод аджикита в разрезе. Толщина стенок около миллиметра. Но тем не менее перец очень-очень сочный и очень-очень острый. Он относится к разряду уже супер острых перцев. По шкале Сковила острота его составляет где-то от 100 до 200 тысяч единиц. На этом я обзор этого перца заканчиваю. Буду рада, если вы будете заходить на мой канал и знакомиться с другими сортами острого перца.